Сильный пожар произошел в станице Советская Кировского района. На одной из улиц загорелся частный дом. Строение было бесхозным, поэтому возгорание заметили не сразу. Когда соседи все-таки увидели пламя, они обратились в экстренные службы. К приезду пожарных огонь распространился на 2/3 постройки. Огнеборцы возгорание ликвидировали. К сожалению, дом спасти не удалось. Две комнаты выгорели полностью, третья сильно закоптилась.